Выставка «Экспо в Астане» дала возможность каждой стране-участнице продемонстрировать свои технологии, ну а главное, помогла наладить бизнес-контакты. Так считает заместитель министра сельского хозяйства Польши. Во время проведения «Экспо» он в составе делегации президента Анджея Дуды посетил выставку. Варшавский гость отметил, что был очень впечатлен архитектурой Астаны. Я был в Астане впервые и нахожусь под огромным впечатлением. Видно, что город динамично развивается. Мне понравилась архитектура и, конечно, выставка «Экспо». Наша делегация посетила польский павильон, а также казахстанский. Хочу отметить, «Экспо» стало очень престижным событием для вашей страны. Я также рад тому, что Польша приняла активное участие. Я считаю, визит нашего президента в Казахстан должен привести к оживлению экономических связей. Наши страны выгодно расположены. Казахстан – это ворота в Центральную Азию, а далее в Китай. Польша, в свою очередь, ворота в Европу.